вами Сергей, вы на канале Bindas of Game Self Delusion. Какая-то игрушка про сказки и так далее, то есть хоррор-сказки. Всем приятного просмотра. В данной игре лучше использовать наушники для полного погружения в игру и понимания расположения источника звука. Игра автоматически сохраняет прогресс после каждой пройденной сцены. Начав новую игру, вы удалите существующее сохранение. Сложность средняя. Сложность игры такая, как ее задумывал автор. Готовьтесь выживать. Сцена 1. Путь домой. Пару дней назад я получила тревожное письмо от мамы. Оно было странным, не похожим на ее обычные письма. Мама живет в доме одна, в деревне, в которой нет даже электричества. Я всегда беспокоилась за ее и хотела... Господи, успокойся. Так. И хотела забрать в город, но она категорически отказывалась. Маме кажется, что вокруг стало неспокойно. В соседних селах пропадают люди, а возле домов по вечерам мерещатся странные силуэты. Даже закрыв дверь на засов, она не чувствует себя в безопасности. Мне нужно проверить маму, убедиться, что все хорошо, и уговорить ее переехать в город. Думаю, теперь это будет легче сделать. И я в пути уже 2 дня. Чувствую себя неважно. Главное — доползти до дома и хоть немного отдохнуть. Так. Я в пути уже несколько часов. Но другой дороги нет. Мне кажется, я, наверное, в пути. Ну ты сама. Она сама идет. Она идет сама. Ну иди сама. Ладно, хорошо. Все? А, все, да? Ну я понял, да. А что, дождик был или что это? Или это птичка какнула? Птички какают. А что за звуки? Господи, прям реально как в сказке как будто. Так это ворон такая большая, я думал, вот. Так, ты чё? Ты кто? Да хорош, слышь! А куда я попал? Я в кровати? И чё надо? Да отвалите от меня! Чё происходит? Мама! Помоги мне! Ядрить колотить, чё такое-то? Э, алло, просыпайся, мы горим, слышь? Это воспоминания. Почему они нахлынули именно сейчас? Хера у тебя воспоминания, подруга. Читать. А, в детском доме вблизи поселка Боровое в ночь на 9 сентября произошел пожар. По имеющимся данным, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем. К приезду экстренных служб здание уже полностью сгорело. Поведал источник. Лишь один ребенок избежал страшной участи. Также одна из воспитательниц на момент пожара находилась в отъезде. А вот поэтому и тебе. Это ты один, походу, этот самый ребенок. Бегать ты можешь? Прыгать нельзя, присесть ничего нельзя. Опа, домики. Домики, мы куда-то пришли. Чё за херня? Колобок, ты ли это? Ну, что-то опасно через мостик-то проходить. Ну ладно, пройдем, нормально. Налево пойдешь. Эта деревня давно заброшена. Ну, как бы очень давно. Опа. Опачки, опачки. Читать. Деревни вымирают, и это уже давно не новость. Ежегодно из села уезжают в город более 200 тысяч человек. В результате становится все больше безжизненных покинутых уголков. Порой область пустеет без каких-либо причин. Такой случай произошел в поселке Боровое, все жители которого пропали в один день. А приехавшие на место сотрудники органов не удалось обнаружить никаких следов пропавших. С тех пор деревня стоит как дряхлый памятник прошлому и загадки, которые так и не удалось разгадать. Ну, я понял. Ладно, хорошо. Теперь мы знаем... что это деревня Буровое. Все засохло. Ладно, ладно, я понял. Да, не скрипит. Что за глюки?
Я грибы еще не ел. Я еще грибы не ел. Че за глюки? Че за на? Так, хорошо, идем. Ну сюда я не пойду. Нет, нет, не пройду. Не пройду. Так, хорошо. Присесть мы не можем, так что, в принципе, значит, все, куда мы идем, все нам показывают только туда, куда нам надо идти. Да хорош. Кладбище. Ворона где-то орёт. Не хочется бродить по кладбищу, но другой дороги нет. Ну, другого пути дороги. Ну, пойдем по кладбищу, ладно, что-то. Просто на могилу не наступай, и все будет хорошо. Нормально тут завалило все деревьями и так далее. Тут тупик. Ничего интересного. Почему, как это неинтересно? Смотри. Игрушка какая-то. Как-то неинтересно. Игрушка какая-то мягкая. Что тут? А это что? Письмецо какое-то. Если катится кто-то, ты не слышишь шаги, то без оглядки. Скорее беги. Только лишь в свете свечей восковых тебя не сожрет, не насадит на клык. А я понял. А у меня свечей нету. Я понял. Ну ладно, пока светло. Но если вдруг кто-то катится, не бежит, надо валить. Это мы поняли. Опачки, свеча. Свечка, свечечка, свечуля. Да-ра-ра-ра-ра. Кажется, за этим забором есть тропинка. Подожди, а свеч... Чё, нельзя взять? Тупо какая-то или что это? Ну, пойдем, тропинка. Какая тропинка? Куда? Вот сюда? Нету свободы действия. Хочется куда-то туда пойти, сюда пойти. Наверх, налево, направо, блин. А нет, не дает. Свободу действия, говорит. А вот хер тебе. Мне показалось, или кто-то зашел в дом. А я и не видел. Я пока с вами разговаривал, я не видел. А вы видели, друзья, напишите в комментарии, видели ли вы, что кто-то зашел в дом. Так, изучить. Зачем тут... зачем? Тут достаточно света. Чё, дура, блин. И сказали изучить. Сцена 2. Первые три урока. Как же долго я не виделась с мамой. Не могу вспомнить даже примерно. Конечно, мы поддерживаем отношения с помощью писем, но каждое ее приглашение в гости я отвергала. Почему-то все то, что я чем я занималась в городе, было для меня чрезвычайно важным. Теперь же, выходя на порог дома, я чувствую необъяснимый страх, что если опасения мамы не беспочвены, и я приехала слишком поздно. Как же я устала, просто валюсь с ног и в голову лезет всякий бред. Увижу маму, успокоюсь, и все будет хорошо. Ну, возможно, все будет хорошо, а возможно, все будет и нехорошо. Как же здесь темно. Чьи здесь голоса? Ай, можем фонарик там? Где я? Это определенно не мой дом. Shift. Я понял. Shift бежать. Закрыто. Ну это школа какая-то. Мы попали в какую-то, походу, школу. Выход. Так, ну, хорошо. Опачки. Урок. Цель. Продержитесь необходимое время. Основной интерфейс, расположенный в левом нижнем углу экрана. Там расположен таймер, отсчитывающий время, которое необходимо продержаться, и прочая полезная ерунда. Чтобы зажечь. Ну на. Заебись. Можно еще спички? Вот, вот. Так. В коробках спички. Что это? Толкнуть. Ну, зажгли. Никогда не поздно учиться. Понятно. Поспешишь, людей насмешишь. Ну, ясно, ясно, да. Где сила не может, там уже поможет. Ой, уже ум. Учиться, учиться, еще раз не учиться. Так, вот эта дверь. Грибочки. Неправильные грибочки. Так, урок второй. Лопать зато... Че? Да погоди ты, блин, я еще не успел. Лапоть затаился где-то на полу, не наступая на него, даже если очень хочется. Чего лапоть? Грибочки. Читать.
сказка про лапти. А это лапти. Спела как-то бабушка... Сплела как-то бабушка мальчику лапти. И самого лучшего деревнего лыка. Загляденье. Да, предупредила, чтобы берег их, потому что лапти волшебные, с душою сделанные. Не послушался мальчик бабушку, да и обменял их на деревянного конька. Игры ради. Катался, веселился, да и заснул. Просыпается мальчик утром, а лапти-то возле него стоят. Побежал на улицу, лапти за ним, понесся пуще прежнего по деревне с криками. Все ноги в кровь, стер босиком бежавши, да всю деревню насмешив. Ценить нужно свое добро, да чужой труд уважать. Вот, да. Так, лапать понятно, лапать не надо. Так, учение и труд, все передрут. Кто ты? Да все, хорош. Блядь, сломал. Я тебя сломал, извини. Извини, ладно, хорошо. Я больше не буду тебя трогать. И на лапте больше не буду наступать, грибочки. Так, урок номер один, урок номер два. Пошли урок номер три. Библиотека. Так, урок номер три. Для топки печной подойдут игрушки, разбросанные по дому. Если злость печи составит 100, индикатор на панели в нижнем левом углу, то дом наполнится дымом и станет нечем дышать. Ну хорошо, а где печь? О, какая картина интересная. Так, игрушки подобрали. Ну все, что ли, типа, да? Типа урок мы пройдили. Пройденный урок, да? Вот, на выход. Ура! Идем на выход. Все, нас выпустили. Так, сцена 3. У холодной печи не согреешься. Продержитесь час игрового времени, 5 минут реального. Основной интерфейс расположен в левом нижнем углу экрана. Там расположен таймер, отсчитывающий время, которое необходимо продержаться, и прочая полезная лабуда. Далее. Сцена 3. У холодной печи. Так, понятно. Это мы. И лопать, и так далее. Так, подожди, а лопать? Так, это печь. А что за лопати? Не понял. А, ну это бег. Лопати! Бегающие лопати. Ладно. Погнали, в сказку. Обучение вроде прошли, в деревню приехали к маме. И, в общем-то, надо уже что-то решать. Я дома? Видимо, потерял сознание, когда вышло внутрь. Как тихо, нужно осмотреться. Кажется, на двери какая-то записка. Что за кипиш? Когда ты уехала, твоя мать осталась одна, и страх начал медленно поглощать ее. Чем дольше, тем сильнее тем сильнее мы становились. Думаешь, ты была хорошей дочерью? Была ли ты рядом, когда мать в тебе так нуждалась? Если хочешь, мы оставим вас двоих в покое. Будешь играть по нашим правилам. Продержишься до утра, победа твоя. Если не справишься, мы заберем вас обеих. Ха! Злость печки 12. Печь поглотила игрушку? Что? Столовая. Ты что? Кто ты? Думаю. Страшно. Что за звуки? Что за страшные звуки? Ой, спички. Грибочки. Кормить. Подожди, если мы печку кормим.
если мы кормим печку? Это получается защита у нас, да, что ли, какая-то определенная? Так, соление. Соление, часы. Ничего, вроде такого ничего нету. А, нихера себе, шкафчик можно спрятаться. Кто там шумит? Бля, опять... А почему тушится-то? Алло! Что это было? Нечем кормить печку. Ё-моё, я-то думал, здесь есть что-то. А тут печку-то даже кормить нечем. Ёпта, лапти. Так, погоди. Печка. Ну, печку надо это, подожди, там 58%. Так, печуля, 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 на, кушай. Кушай, печуля. Печь поглотила что-то там. И чё? 32 минуты осталось. Так, здесь лапти. Нам сказали не наступать на лапти. Чё, блядь, происходит? Чё-то какая-то жесть происходит. Это чё? В детстве у меня была кошка. Леська! Она постоянно шипела на меня, царапалась, но я все равно ее любила. Ну и дура. Ну и дура. Так, я спрятался. Угу. Ну и ладно, спрятался и ладно. Так, что здесь есть? Ни хрена здесь нету. Грибочки опять какие-то. Так, спички. 22 минуты, игрушка. Бля, там печка сейчас пиздец даст. Здравствуйте, Ярославна, Ярослава Петровна. Спешу вам сообщить, что я решила удовлетворить вашу просьбу по опеке над Леной. После всего случившегося ей просто необходим заботливый человек, который не боится трудностей. Вы через многое прошли и наконец-то станете семьей. Рекомендую хотя бы первое время наблюдаться у специалиста. С уважением, Алексей Дмитриевич. Что, блядь? Хотя не объединяют родственники связи, ближе мамы у меня никого нету. Подожди, там печь. С ума сходит. Так, подожди. Надо игрушки тебе найти, да? Бляха, муха. А игрушек-то нет, слышь, печь. Реально, нету игрушек. Опа. Наверху большой чердак. Но мне сейчас туда не нужно. Ну и зря. Ты кто? Ну и зря, что не нужно. Я б туда полез бы. Так, игрушки, игрушки, игрушки. Ядрить его, воротить. Печку надо остужать. Печку надо остужать. Очень мало игрушек. Потому что если сейчас печка разгорится... Да мы все сдохнем. Блять. Опа. Опа, нихера себе, куда мы пришли? Куда мы пришли? 80. О, игрушка, игрушка. Так, лапти ушли. Лапти ушли. Печь, давай. Отлично, 77. Так, я просто пытаюсь услышать, где что еще, где есть. Осталось 2 минуты. А, ну, в принципе, все. Что это было? Что это было? Ну все, час прошел. Мы прожили час. Первый час позади. Отлично. Сцена 4. Сцена 4, четвертый урок. Дом изменился. Раньше в нем не было этих существ, да и грибы на стенах не росли. Я не чувствую себя в безопасности. Как будто из каждого темного уголка за мной следит пара злых глаз. Почему это происходит со мной? Я очень люблю маму, поэтому я никогда никуда не уйду без нее. Ну давай, давай. Конечно, не уйдет она. Угу.
А, дальше двигаемся, да? Так, урок. Ну, пойдем. Урок номер 4. Так, зажигай свечи, чтобы отпугнуть колобка. Зона безопасности обозначена руинами. Свечи не горят вечно, а некоторые... Чё? Нечисть может их загасить и поглотить. Сказка про колобка. Жили-были старик со старухой. Когда как-то... Жили-были старик со старухой. Как-то говорит старик старухе: старуха, походи, поищи по ящикам да по полочкам, наскреби муки на колобка. Старуха пошла, всю избу обрыла, да нашла последние муки пару горсточек. Замесила муку, молочка добавила, состряпала колобка. Испекла, и на окошко положила. Почувствовали соседи запах вкусный, да позавидовали старику и да со старухой. Как же так? Сами корками давимся, а эти вон колобка испекли. Взяли, да и выкинули колобка во враг лесной. Долго причитали старик со старухой, слезы лили, да что ж теперь поделать-то? И говорят, что лес с тех пор стал неспокойным. Катается там колобок среди темноты, да зверей лесных жрет. Вот к чему зависть людская приводит. Нормально, колобок так. Тюханул. Крутим. Куда это он катится? Кто катится? Я никого не вижу, блядь. Я пока никого не вижу. Так, куда поедем? А, ну он, в принципе, никуда не едет. Ладно, хорошо. То есть, как и было, был. Подожди, а первый это урок, это первый урок? Что за... Это колобок. Это колобок был! Да толкни его, блядь, толкни уже! Эй, отвали! Колобок, слышь! А, нельзя ничего включить, да? Херась, там колобочек-то. Так, подожди, это что за урок был? Это урок первый был. Ну пошли, ладно, пошли на выход. Пошли пережидать вторую ночь. Не, нормальный колобок, сцена пятая. Я сам тебя съем. Зажигай свечи, чтобы отпугнуть колобка. Зона безопасности обозначена руинами. Свечи не горят вечно, а некоторая нечисть может их зажигать или гасить. Если вокруг колобка искры, значит, он обожжет и что, обжегся и какое-то время не опасен. Окей. Окей. Надо продержаться всю эту херню. Целый час. Не думаю, что сейчас время поливать цветы. А я думаю, что самое оно. Так. Спичка. Бля, еще и печку надо ебашить. Где-то был колобок? Страшные звуки. Так, подберем пока игрушку. Уйди! А, вот они. Долбоеба, тушащие свечи. Понятно. Печечка, у тебя как дела? Ну-ка, пизданей-ка игрушку. Ёб твою мать, колобок, уйди нахер от меня! Вы погибли. Я понял, да, я понял. Блять, ну подожди, а почему свечей так мало? Подожди, свечей-то много. Спичек очень мало. Thank you.
Обжегся. Очень мало спичек. Либо тут реально все прям досконально лазить. Каждую полочку, хуёлочку искать. Так, ну его там нету. Нормально так. Здесь нету. Здесь что? Здесь ничего. Еще надо продержаться, ладно. Ладно, мы хер бы с этим колобком. Блять. Иди ты нахер, слышь, колобок. Обжегся, бедолазик. Угу. А нехера сюда лезть. Это действительно пока недоступно. Хорошо. Так. Так, хорошо, подожди. Спички мне нужны. Хер бы с этими игрушками. Хотя игрушки тоже нужны. Кормить. Спички. Две спички, одна игрушка. Так, ну-ка давай-ка. Ага. Отлично. Покушай пока. Катается там, бляха-муха, сам по себе. Так, спички. Он будет мешать? А, она не будет мешать. Тири-ти-ти. Так, да, я понял, для чего они делали звук, чтобы был лучше. Что там? Там ничего. 36 минут осталось. Блин, надо срочно покормить. Здесь мы были. А, обжегся, бедолаж. Ути-пути. Ути-пути, колобок обжегся. Ёпта. Я сейчас довыебываю здесь. Ну-ка, жги. Нет игрушек. И дверь нельзя закрыть. И нельзя закрыть двери. Нету игрушек. А мне нужны очень игрушки. Так, есть игрушки. Где печка? Блядь! Уйди нахер, колобочек! Пошел нахер, слышь? Где печка? Опять ты устал, господи. Блять, это не печка. Погоди, давай почитаем пока. Пока это. Дети бывают удивительно злыми. Порой удивляешься, сколько ненависти может быть в столь юном сердце. И я пытаюсь защитить Лену, показав другим детям, что ее не стоит опасаться. Не стоит мне терять бдительность, и она, и они вновь делают ей больно. Когда я подкидываю дрова в буржуйку, то нашла несколько любимых игрушек Лены, которые ей подарил доктор. Игрушки практически полностью сгорели. Завтра днем будет нужно уехать по делам в город и заодно купить ей новые. Подожди, где печь? Мы что-то кругами ходим. А печи нет. Да не надо прятаться. Мне надо печь найти. Вот она печь. Вот она печь. Вот она и свечи. Короче, надо здесь, да. Быть прям у печи. Иди нахер! Ха-ха, колобок заметил тебя. Беги. Нихуя, колобок не заметил меня. Я защитился от колобка. 10 секунд осталось. Или это типа 9 минут? Да доешь вы что? А, нет что ли больше игрушек? Да не, ну, 8. Должно хватить игрушек. Колобок, дурачок. 6. Ой, это лапти.
Бляха-муха, ты дурак, что ли? Ты что творишь? Так, лапти закопались, хорошо. Лапти закопались. Ну да, забавно. Лапти, хуяпти. Так, игрушек больше нет. Ну, 2 минуты осталось, в принципе. Во, продержались. Прям вот прям чуть-чуть. Прям чуть не попали сейчас на колобочка. Но продержались, друзья, 2-й час позади. Да, продержались 2 часа. Сцена 6. Актовый зал. В детстве мне читали сказки, но я не помню, чтобы хоть в какой-то из них приходили подобные вещи. Если поначалу я надеялась, что все это лишь страшный сон, и скоро я проснусь в своей кровати, то сейчас уже не понимаю, что реально, а что нет. Между тем, я продержалась лишь 2 часа, а до рассвета ждать еще... Ой, как долго! Ой, как долго, да! Я так понимаю, сейчас будет волчок... Волчок. А куда идти-то? Урок 6. И никуда не надо идти. Чё это? Матрёха. Идём. Здрасте. Да, Блять, пройти нельзя. Чё, обходить надо? Урок номер 5. Ну, давай почитаем. Так. Выключай обезумевшие предметы вовремя. Иначе на шум придет леший и будет бродить по дому. Однако, если не попадется ему на глаза, через определенное время он уйдет. Прячься, если потребуется. Для этого попробуй сундук или шкаф. Главное, чтобы леший не заметил, где именно ты спрятался. Ты чё? Успокойся. Хорош! Да хорош, слышь, успокоились! Блять! Что-то приближается. Я ж тебя выключил. Давай подождем лешего. О, вон он. Ни хера себе. Здрасте. А я это... Жми, жму. Отпусти меня, придурок! Придурок, отпусти меня! Давай. Прыгай. Вали. Чё, ёб твою мать! Да вы чё... Что происходит? Это ещё что за херня была? А чё там? О, сейчас пизделка. Пиздилка лешего и игрушки какой-то. Слышь, леш, это... Серьезный? Прям-таки. Нормально так. Леший, да. Ну, окей. Ладно, давайте тогда на этом остановимся. И дальше будет еще интереснее, друзья, да. А с вами был Сергей, вы были на канале Bendez of Game. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой колокольчик, ставьте... Что я несу опять? Что я опять несу, друзья? Так хорошо же было иногда, да? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, подписывайтесь в ВК-канал, подписывайтесь в ТГ-канал, пишите комментарии. И, впрочем-то, друзья, всем пока.